Всем привет! Сейчас, короче, листаю сайт Автомечта, магазин, автомагазин. Короче, хочу повысить, так скажем, градус лухари своего автомобиля. Решил заказать, знаете, чего? Так, блин, вот такой вот комплект подлокотников. В принципе, ездил. Сейчас вот в командировочку, ну, лишним, я думаю, не будет. Вот смотрите. Вот так вот это выглядит. Из назад и вперед. В общем, хочу сделать. Так, в общем, цена вопроса. 1800. Нормально. Вообще, я так понимаю, на липучках клеится. Так, без сверлений, да. Устанавливаться двухсторонним скотчем. Ну и отлично. Вот, то есть в случае чего демонтаж будет легким. И еще. Так, еще решил накладочки на пороги тоже комплектиком взять. Так, сейчас покажу. Вот они. 4 штуки в проемы дверей. Вот такие вот. Вот, то есть так вот это выглядит. Ну, потому что дети, чтобы пороги не обдирались, и да и красивее. То есть вот, немножко решил облагородить автомобиль. Буду оформлять, и все вам покажу. О, ребята, снегом завалило машину. Сегодня еще никуда не ездил. Так... Вот, кстати говоря, отсюда вот надо вот так вот делать. Снежок сметать, чтобы в салон это хозяйство не прилетело. Так. Ну, что я хочу сказать. Сегодня в очередной раз будем смотреть, насколько у нас там убыло или не убыло масло. То есть еще одна 1000, вот как я вернулся из Питера. Еще одна 1000 как раз прошла. И будем смотреть. Вот показываю. Вот видите? Без 50 километров. Так. В общем, пойдем. Пойдем смотреть. Тряпочку. Возьмем и вперед. Капот открыть. Очень-очень любопытно. Так. Ну, давайте. Фу, с Богом. Ну вот. В принципе, масло подубыло. Хочу вам напомнить, ну и рассказать тем, кто смотрит впервые. В общем, двигатель 1.8, доливка была первая на пробеге 8000. Долили 800 грамм. Я долил 800 грамм. Есть видео. С того момента прошло 7000. Вот. То есть сейчас, в принципе... Можно посмотреть ролик, который вот я производил замер, где как раз таки на этом пробеге. Вот смотрите, вот 7150. То есть, в принципе, сейчас столько же прошло с момента доливки масла. Вот давайте посмотрим, что было тогда, в ноябре. Какие были результаты? Первый раз выдергиваю. Пока у нас все в норме. Идентично. Сильно пока масло не убывает. Ну, то есть масложур не увеличился. Все оно вот так вот и осталось. Вот. Ну, в прошлый раз была на середине. Ровно. То есть масложора как такового на двигателе нет. Ну да, этот расход... Мотор совсем небольшой. И посмотрим, что будет при смене масла.
Еще раз окуну, вытер щуп. Ну вот где-то четверть осталось. Норма, кстати, середина. Не переливайте сверх нормы. В общем, на ТО будем менять масло. Скоро буду записываться. И будем наблюдать. Масло будет Shell 5W40. Точно уточню марку. Вот. Минус 8 градусов, кстати говоря. Не знаю, давайте попробуем. Да, это понятно. Включим обогрев стекла лобового. Посмотрим, за какое время справится. В общем, вот смотрим. Так, 16:35. В общем, как оттает, так включу. Буду пока прогревать, вас не утомлять, чтобы... А, ну да, сразу расскажу-то. В общем, все, я заказ сделал. Вот сюда. Вот эти вот будут подлокотники, то есть видели на фотографии. То есть просто на двусторонний скотч крепится, и все. Туда, туда и туда. Ну и накладки. Вот в эти места. Спереди и сзади. Уже заказал, уже все придет. Вот-вот. По Почте России. Так что так. Сейчас смотрим, за какое время стекло у нас оттает. Так, 16:35 было. 8 минут и вот все. Все поползло. Уже... Еще машина толком не успела прогреться. Но я боковые стекла очистил, а тут вот смотрите. А тут ничего не трогал на стекле. Вот уже начало сползать. Вот. Ну, минус 8 на улице. Я напоминаю, минус 7, потому что машина постояла. Датчик немножко там, видимо, нагрелся. Ну, вот. В порогах. По-моему, он в порогах установлен, датчик наружной температуры. Могу ошибаться, если знаете, напишите, где он. Вот. Но я заметил, если стоишь, где-то на градус температура повышается, а едешь, она приходит в норму. Вот. Так. Вот, смотрите. Вот такой слой снега, но он рыхлый. Я думаю, если дворники отпустило, сейчас его смахнет. Давайте попробуем, посмотрим. Минус 8. Чик. И дворники. Видите, зона дворников греется. Зона дворников прогревается. Все отлично. А я поеду по делам. Да, почему в магазине «Автомечта» заказываю? Потому что с ними давно работаю. То есть у них, начиная с «Патриота», я для него заказывал там много чего. И... Вот «Лада» теперь, то есть... А почему с ними? Потому что доверие. Потому что всегда все четко, ну и цены приятные довольно-таки. Быстро все это происходит. То есть рекомендую и рекламирую. Вот так вот. Так, что, можно двигаться. Машина прогрелась. Рассказываю, значит, после поездки. Вот, 1600 километров. В сумме получилось вот у меня добавить к общему пробегу. Первое ТО, никаких нулевых ТО не было, то есть вот сейчас будет первая замена масла. Скоро ТО я вам покажу, то есть все вы увидите, как это все будут производить. Насчет робота, двигатель у меня 1.8, да, напоминаю. Насчет робота тоже никаких вообще проблем нет, то есть никаких дерганий, ничего. Вот я сейчас включил авторежим, вот смотрите. Отпускаю педаль. О. И все. И машина начинает без всяких рывков, видите, плавно трогаться. Вот нога у меня не на педали. В ползущем режиме. Вот даю газ. Даю газ. И поехал.
То есть вообще к роботу у меня вопросов нет никаких. Вот уже на вторую, видите, переключился. Я даже не заметил. Уже третья, вот, пожалуйста. Отлично. Просто отлично. Надеюсь, на Весту он вернется. Надо было, кстати, узнать вообще сейчас, принимаются заказы на робота или нет. Вот позвоню, узнаю обязательно. А вернее, не позвоню, вот когда на ТО поеду, вот там вам все и расскажу. У менеджера спросим просто. Так, ну ладно, ребят, в общем, такой сегодня ролик небольшой. В общем, свои планы озвучил. Сейчас у меня дела, особо некогда. В общем, всем пока на сегодня и до новых встреч. Новых встреч на канале. Еще много всего интересного запланировано вам показать.